Добрый обед. Обед. Мы только завтракаем. Да. Я финдаю. Почему меня не видно? Неплохо. Убери. У нас на улице погода просто зашибись. Смотрите. Медведь едет на конструктор. Я пью чаечек. Мы уже поели. Соня, вчера сделали манты. Поели манты. Нет, что мы делали вчера? Ели лимоны, катались на нас как вчера. Фигнёй страдали мы вчера. И я ездила в больницу. Да. Сегодня мы поедем в город уже. Да. Кто остается один? Арина остается. Я не останусь. Но может, тебя завтра заберу. А может, мама мне поехала. Спасибо. Вот. Аккуратно, на здоровье. Вот. Мы сегодня едем в город, потому что завтра на станции мы решили сегодня опять купить бананы и сделать банановое мороженое, потому что у меня в городе 3 или 2 да, лежит. Да, можно мы сделаем в деревне? Из чего? Из яблока! Нет. Ну, из банана. Где мы бананы возьмем? Купим. Где? В деревне они не продаются. А твои родители сейчас куда поехали? Они уже домой возвращаются. Как ты знаешь? Представь себе. Догадалась. Чё ты смотришь, Соня? Я вообще фигней страдаю. Наш новый доктор! Чё за фигню ты смотришь? Ой, господи, меня от лапши распирает. Вот. Меня тоже что-то... Я сейчас, знаешь, тут я коплю себе на GoPro. У меня уже есть аж целых 100 рублей. Вау! Вау! Я почти 60. Вау! Отдай мне, у меня будет 30. Ну, если ты мне дашь 100, то я тебе дам 50. Чего? Ты не челочь, сможешь? Кого разменять? Не, мне наоборот нужны бумажки. Ну, есть бумажки, 10 рублей. Много. Вау, у меня ничего уже не шатается. А у тебя в сколько лет выпал последний зуб? Мам, по-моему, перед днем рождения мне выдрали последний зуб в стоматологии, который, господи, я забыла, как эти зубы называются, Арин, которые мы едим. Что мы едим? Зубы, которые мы едим, как они называются? Зубы, которые мы едим. Да, я забыла, как они называются. Зубы. Которые мы едим. Которыми мы едим. Зубы, которые ну, мы ты эти вот. Как они называются? Нет, клык я выдрала себе сама. Что? А вы знаете, когда... Баб! Я... А как называются зубы, которыми мы едим? Знаете, ну, Сов, давай быстрее. Когда Баля, я... Когда я... Идеально. Когда я прыгаю, когда я прыгала... Угу. Баба, а как называются зубы, которыми мы едим? Ну вот эти коренные. Вот. Коренные? Нет, ну вот именно... Почему у них стоматология? Потому что они крепко там сидят. Как они называются, эти зубы? Они же как-то называются. Вообще не знаешь, да? Ну как, зубы большие, коренные, малые, коренные. Я просто помню, какой-то... Жевательные. Жевательные. Я не могли вспомнить. Жевательные у тебя уже все выпали? Мне их выдрали. Мне стоматологию перед днем рождения последний выдрали. Вот, по-моему, вот этот. Скорее. У тебя они уже все выросли. Прикинь, тебе все зубы бы выдрали за один раз, и ты бы ходил. Чего? Покажи. Ай! Вот сейчас. Красотка моя. А я иду до... Ой. А я иду такая дочь Габана. А я иду такая...
Да, чигаба. Все, ладно, не бесись, а соседи пожалуются. Ну ты чего? Я тоже не произошло. Варвар! Варя. Простите. Вот, в общем, я сейчас сделаю чаек, там шоколадка, Барни, и буду ложиться спать. И к нам кто-то пришел. Надо это. Да. Ладно, буду с вами прощаться, ребят. Всем пока-пока. До завтра. Я надеюсь, что завтра влоги выйдут. Я на это надеюсь. Всем пока.